Всем БГГшечки, друзья и гости моего канала, всем море приветов, Нептун здесь. Я сегодня опять поиграю в DS Park, потому что в этой игре вышло обновление, версия 1.3.3. В этой версии разработчик исправил некоторые баги, изменил систему сохранений, также он добавил систему целей или задач. Мы сегодня все это дело посмотрим. И также разработчик намекнул, что скоро в этой игре выйдет новогоднее или рождественское обновление. То есть немножечко зимы и волшебства. Давайте, новая игра. И при этом я еще хочу на экстриме пройти, попробовать, да? И вот эффекты изображения он добавил. Но я уже пробовал запускать вот с этим форматом, у меня тупо черный экран. Ну давайте, вот смотрите. Высокий, русский. Далее. Начинаем. Экстрим! БГГ! У меня тупо вот черный экран. Все. Три жизни. Вон, видите, наверху появилась задача. Раньше этого не было. Выберитесь из комнаты, наша текущая задача. Вот. Заходим в меню, просто отключаем эффекты, по идее, изображение. Все. И тогда нормально все работает. Я не знаю, что это за эффекты такие, почему они так странно влияют на игру, но у меня, в общем, вот так все. Ладно, прячемся. Друзья, это экстрим. Это вам не шутки, блин. Кстати. Та-дам! Па-ра-па-па-пам! Появился маленький Нептунчик вот здесь. Видите? Как приятно, что разработчик отметил, что я проходил его игру. Также здесь появился еще Куплинов Плей. Или Куплинов Плей. И Эри Фердиан. Вот этого не было, этих ребят посередине меня тоже не было, но я появился, и остальные ребята тоже появились, это реально приятно. То есть, пасхалочка на наши каналы есть. Здорово? Парк. Вот наверху, видите, появилась галочка, то есть моя предыдущая задача выполнена, появилась новая. Запустите поезд. Раньше все эти подсказочки можно было смотреть на знак вопроса, нажимая. Мы сначала посмотрим, конечно, рекламу, а уже потом подсказочку. Вон, видите, наверху знак вопроса есть. Нажимаете на него. Допустим, можно посмотреть подсказочку. Вот, используйте билет. Но раньше здесь частенько нужно было смотреть рекламу. Теперь же можно все это делать в меню паузы. Вот наша в левой части экрана текущая задача. Но это чтобы игрок не запутался. Так, позже оценю. Главное, чтобы игрок не запутался в том, что ему нужно делать. Так, войдите в здание администрации, моя текущая задача. Она опять обновилась. Так. Окей. А доски я взял, надо найти, где клоун. Надо грамотно его избегать. Я не думаю, что я прям сегодня буду всю игру проходить на экстриме. Но я хочу попасть наверх, взять фото. Ну и, конечно, краску тоже. Так, тихо, где, где? Сердцебиение. Так, прекратилось. Фоточку я взял. Починили. Баночку взяли. Все, зашибись. Вот где только клоун? Так, он позади меня. Окей. Вопрос в том, куда он пойдет. Эй, братиш. Так, тихо-тихо, он пошел наверх. Он посмотрел так. Вон стоит, вон, видите, вон за елкой. Все, идет обратно. Давай, гуляй, Василий.
Так очень надеюсь, что у него нету глаз на жопе, потому что было бы очень неприятно попасть ему в лапы. Так, ну все. Пароль мы знаем. Так, каким-то макаром он меня увидел. А я не знаю, как он меня увидел. Но одну жизнь я потратил. Окей, ладно, мне не жалко. Главное, что теперь пароль знаю. Это очень странно, потому что я его визуально не видел, и он был вроде бы далеко. Он вообще был где-то, ну, на горке. Там, наверху. В администрации у меня уже есть. А, кстати, система сохранения давайте посмотрим. Что здесь поменялось? Сохранить. Да, допустим. Успешно сохранено. Я так понимаю, что сохранения здесь бесконечные, да? То есть никакого там просмотра рекламы не вылетело, ничего. Что, допустим, у тебя осталось 3 сохранения или 2 сохранения. То есть, по идее, можно делать это бесконечно, да? Как я понимаю. Загрузочка. Пожалуйста, оцените игру. Так, войдите в здание, все. Поднимитесь на 2-й этаж, моя текущая задача. Так, здесь, по идее, полезных вещей никаких никогда не было. Кстати, я заметил, что разработчик здесь немножечко исправил модель клоуна. Она, видимо, теперь со Стима взята. Так. Где он? Он с правой стороны где-то, да? Так. Тихо. Ищем. Тут должен быть ключ. О, здрасте. А, твою мать. И опять сначала. Ну вы что, издеваетесь? У меня последняя жизнь, между прочим, осталась. Черт, бежать с парка было не близко. Фак, свет не реби. Где ключи? Они должны быть здесь. Так, ключ от 2-го этажа. Ай, ошибочка. Ошибочка. Все, уйди отсюда, клоун. Я в шахте. Тупой, глупый клоун. Блин, мне нужно 2-й ключ найти. Но он, возможно, в другой комнате. Здесь... Нам нужна фотка. Гребаный клоун. Хрен меня догонишь. Я более мобилен, чем ты, глупая твоя башка. Так. Так, вот и 2-й ключ. Палатка с едой. Воу, тихо. С едой. Так, он где-то здесь, я пока заныкаюсь. Черт! Так, а сколько у меня всего фотографий? 2. Одна будет в красной комнате, одна в палатке. И одна в подвале. Нормально. Теперь нужно на 2-й этаж топать. Еее. А вот и 2-й этаж. Так, ну сейчас будем делать мега-мега-рывок. Вот. Задача выполнена наверху, видите? Пройдите лабиринт, давайте. Да, реально, модельку обновили немножечко. Этого клоуна. Бочки, бочки с дороги. Черт, 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 пошел по красному пути, зашибись. Так, ну что?
Сейчас будет самое интересное. Обернись, как бы это... Не заблутать в этих гребаных комнатах. Но я тут более-менее все помню. Либо разработчик текстурки потянул, либо что, но теперь действительно все это дело похоже на кровавые стены. Хотя у меня раньше была какая-то просто каша пиксельная. Выход сзади. А помните, раньше надпись появлялась «Не оборачивайся», если бы я один раз здесь ошибся? Так. Слайд есть. Отвертка есть. Смерть — это выход. Ну что, погнали гадать. Если что, используем монтаж, потому что я моменты эти постоянно забываю. Сдавайся, это поражение. Близко к смерти. Блин, я не помню. Возрождение, по-моему, или нет? Или спасение? Возрождение, по-моему. Да. И последний шанс, так. Последний шанс. Блин, попытка или нет? Убийство? По-моему, попытка. Нет, черт! Значит, все-таки убийство. Ёлки-палки, вот... Последний шанс — это гребаное убийство. Как я мог реально забыть? Ну, бывает. Так. Лабиринт прошел. Блин, где он? Что-то меня припугнул немножко. Вон стоит. Вон. Тихо. Все, я в шахте, я в домике. Прочь. Мне нужно в библиотеку попасть. Бежим в библиотеку. Но явно не читать книжки, а делать всякую дичь. Воу. Тихо. Че там грохнулось? Раньше этого звука не было, чтобы вы понимали. Раньше ничего вроде не грохалось. Так. Заперто. Можно пока не открывать здесь ничего, правильно? Чтобы клоун не пришел. Так. Нам нужно здесь много чего найти. Да тихо, вот такая фигня на голову упадет. Совсем мертвый буду. Исчерпан лимит сохранений? Ладно. Мы же честно играем, правильно? Так, где он? С какой стороны? Так, вон там стоит. Гребаный клон бежит за мной. Офигенно. По прямой я от него не убегу. Только так. Надеюсь, он не догадается посмотреть. Чувак, не надо. Жуткий клон. Так. Куда он пойдет? Налево. Чё? What the fuck? Как? Как это понимает? Почему он развернулся? Так, в общем. Пришлось загрузить мое старое сохранение. Которое в самом начале было. И оттуда с него играть. Так. Так. Пока этот клон там... Стоит, щелкает кое-чем. Мы сейчас кое... Блин. Тихо. Не бузи, паренек. Давай домой. Так. Здесь нам нужно
Цепочка. Давай, берись. Ага. Тихо. Так, лом я взял. И одну фотку я взял. Итого у меня сколько? 4 фотки. И последняя фотка будет там. Где шатер, правильно? Теперь гоу на выход. Он же не... О, он около выхода. Он патрулирует гребаный выход. Фак. И че он ушел? Он очень странно себя ведет. Что он там делает? Я видел, как он ушел сюда, но как он вышел? Дверь заперта. Он не может ко мне попасть, зашибись. Я не буду ее открывать. Где он? Он пытается в ту дверь попасть. Боже, он там за ручку дергает. А теперь он идет сюда. Короче, аккуратно. Где он? Так, ладно, он пошел в морозильную камеру. Мне нужно, по идее, туда пройти. Вопрос в том, как он меня туда пустит. Он как будто знает, что мне туда нужно. Так. Ага. Зараза, решил за мной побежать. Так, готовимся взять ломик. Есть, успел. Да, обыщите склад медкомнаты. Все нормально, нормально. Сейчас мы спасемся. Где наша отвертка? Офигеть. Вопрос в другом, да? А... в морозильной камере зачем? Зачем вентиляционная шахта? Это же нелогично. Так, проникните в амбар. Хорошо. В амбар, так в амбар, погнали в амбар. Но для начала нам нужно еду найти. Так. Где-то она была там. О, неужели, блин, нашел? Реально, я полкарты оббежал, я забыл, где эта хрень. Так. Берем. Делаем немного специй. Идеально. Все, я взял, да? Клоуна... Шелуна нет. Ну вот только так я от него и убегаю, то есть... Главное правило — бежать. По возможности... В самом краю карты, вот здесь. Не подходить к центру. Очень плохо, что наш герой не может прыгать. Это прям дико плохо. Так, ладно, окей. Собачка, кушать хочешь? Я тебе принес кое-что. Так. Чик. Нет. Чик. Глупая псина легла спать. Берем замок. Берем ножницы. Игрушки я уже собирал. Не знаю, почему они не заспавнились. Так, клоуна нет. Вот где этот звук? Он спереди или он на горе? Вон, а, он на горе, он на горе. Хорошо. Но реально, звук, по нему очень трудно определить, где клоун. Мне нужно, главное, тут фотку взять.
Давай резче. Заходим. Там нам нужно только слайдик взять и все. Затем их нужно запихнуть обратно в проектор, и это будет прям дико проблемно. Давайте, чтобы время сэкономить, я все равно немножко буду вырезать, чтобы видео не растягивать. Просто возьмем здесь слайд. Замечательно. И, в общем-то, пойдем их обратно ставить. Ты умрешь. Хрен тебе. Я никогда не умру. Ну, погнали. Самый напряженный момент в этой игре. Ставить слайды. И ждать, пока тебя схватит клоун. Но здесь есть небольшой лайфхак. Это вагонетка. Она рядом стоит. И это прям удачное место, чтобы ставить все эти слайды. Так. Второй пошел. Зашибись. Прикольно сидеть под этим, вспоминать историю, да, какую-то. Под вагонеткой. Так, где там он? А, вон его ноги. Хрена себе наглый клоун. А ну пошел прочь. Это мой театр. Это мой проектор. Я тебе по твоей клоунской заднице надаю. По заднице клоунской не хочешь получить, а, чувак? Видимо, не хочет. И хорошо. Неужели? Так, тихо. Я, если что, ползу. Ну, вроде бы он ушел далеко. Я могу успеть второй слайдик заюзать. Ныкимся. Черт, где он? Мне не нравится это частое сердцебиение. Блин, я такой, знаете, я такой герой. Все, по идее. Все слайды я забабахал. Теперь давайте вернемся в шатер. Будем вводить код. Ну, друзья, наступает решающая битва. На экстриме против этого жуткого клоуна. Я проник на арену. Давай. Ты умрешь, надпись, нет. И чё? Кройте. Что-то еще? Что значит? А-а-а, будильник забыл взять. Вот, видали? То есть пока ты не возьмешь будильник... Ничего не будет. Ну, типа, это очень важный сюжетный момент. Так, ну что, клоун, давай. Побьемся с тобой. На равных. Так, он же побежит оттуда? Воу, окей. Он бежит не оттуда. Он вообще бежит рандомно. Гребаный клоун. Клоунишка-шелунишка. О, здрасте. Бам. С первой попытки. Бугаге. Бам. Раздавили клоуна. Первая попытка, друзья. С первой попытки на экстриме. Только на канале Нептуна. Так, ладно. А сейчас нельзя поставить, нет? Окей. Колесо обозрения, значит, нам нужно найти, да? Позже, чувак. Но клоун в теории повержен. Ведь так? А, следовательно... Мне особо переживать незачем, да? В теории. Так. Одну цепь сюда. Другую цепь сюда. Замок сюда. Все идеально работает, как часики. Бам! Отрывали с корнями гребаные двери. Нормалек. Вон, видите, опять задачки выполняются постепенно, галочки ставятся. Это круто. Так. Вот именно такая комбинация, кстати, чаще всего. Так, ну что. Погнали. Я близок к завершению.
этой экстремальной прогулки. Ага, пока я не повернусь, дорожка не появилась бы, да? Зашибись. Ну что, друзья, мы близимся к завершению, давайте. Я очень надеюсь, что у меня будет хорошая концовочка, ведь я так старался пройти. Е-е-е. Лишний раз приятно увидеть здесь Нептунчика. Да, мощно, мощно. Здесь что-то лежало. Будильник. Все, друзья. Вот теперь пора реально спать. Ну да. Хорошая концовка. Поют птички. Светло. Это всего лишь был небольшой кошмар. Правильно мама говорила. Не надо на ночь смотреть слишком много ужастиков. Да, я прошел. В общем, друзья, на экстриме это реально круто. А также я заодно показал вам и пасхалочку на себе, и новое обновление. Надеюсь, вам все это дело понравилось. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун, всем желаю добра и позитива, всем пока-пока.